Для стран Центральной Азии транспортно-логистический сектор является стратегическим направлением развития с политической, экономической и географической точек зрения. В связи с этим правительство стран региона уделяет большое внимание оптимизации транспортных расходов при осуществлении международных грузоперевозок за счет повышения качества, безопасности и скорости, развитию инфраструктуры и внедрению современных технологий. Региональный центр развития транспортно-коммуникационных связей в рамках специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и программы экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана способствует скоординированной реализации перспективных проектов. Они будут нацелены на повышение эффективности использования транспортно-логистического потенциала и решение системных проблем, что в свою очередь позволит добиться ускоренного экономического роста и повышения благосостояния региона. По оценкам экспертов, полное задействование торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического потенциала стран Центральной Азии и Афганистана позволит в течение 10 лет как минимум удвоить ВВП стран региона, что обосновывает актуальность создания центра как эффективного механизма устойчивого развития.